Headshot. Headshot. Отличный выстрел! Легавые, поторопитесь до взрыва. Двигайтесь темпе. Внимание. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Двушечка. Взрыва 30 секунд. Нереально! Двигайтесь в темпе. 20 секунд. Внимание! 9, 8, 7, 6.
Легавые, поторопитесь. До взрыва 30 секунд. Первая кровь. Доминирование. Headshot. Легавые, поторопитесь. До взрыва 30 секунд. Легавые, поторопитесь. До взрыва 30 секунд. Headshot. Двигайтесь в темпе. 20 секунд. Внимание. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Пушечка. Headshot. Headshot. Over there. Headshot.
Доминирование. Доминирование. Внимание. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Доминирование.
Доминирование. Нереально. Легавый, поторопитесь. До взрыва 30 секунд. Легавый, поторопитесь. До взрыва 30 секунд. Двигайтесь в темпе. 20 секунд. Нереально. Легавый, поторопитесь. До взрыва. Двигайтесь в темпе. 20 секунд. Всем привет. Видали? Внимание. 9, 10 секунд. 8, 7, 6, 5. Ну, а чё вы как бы распидорили, ебас? Первая кровь. Солома, здоровенько. Здорово, здорово. Чё, как ты? Как мы, я понял? Да ну так, пойдёт потихонечку. Как там? Да нормально, постарел на год. Ну и понятно, мы все постарели. Ну я вчера постарел. А, с прошедшим постарел. 34 ёбнуло, прикинь. Мне в марте 34 уже было. А, ты пожилой дядька тоже, как я. Да, ты здесь больше скажу, у меня еще и двое детей. Нихуя ты. От одной жены, как я понимаю? Конечно. Красавчик. Красавчик, братуха, уважаю. Спасибо. Две девчонки. Ну, все, короче, себя нагрузит. По красоте они, блин, девчонки не могут. Блин, бать, карта огромная. Что за хуйня? Здесь мак, не ругайся, маком. А, да. А чё, матом нельзя, да? Нет. Ну ладно, не буду. Не, ну подожди, ну мне-то можно, блин. У меня день рождения был вчера. Нереально. Админов просто нет, они сразу забанят. Я с админами дружу всегда. Я дружил с поваром в лагере, дружил со всеми. Надо находить общий язык как бы с любым контингентом. Даже с администрацией. Ну какая женщина стоит.
Так. Нереально. Слушай, Соломыч. Ты, получается, не питерский? Нет, с Пензы. Пенза, да. Пенза хороший город, Пенза точнее. Видали? А чё, в Москву не собираешься? Доминирование. Нафиг. Видали? Я был там, на, не нравится. Я позавчера там был, в Москве по работе ездил. Чё там? Как там? Положуха? Не понял. Я говорю, как там положение, ну, обстановка? Нормальная. Только в этом Днепропе. Они там, блядь, они там, они там сидят. Ну это да, москвичи там. Такие товарищи. Я и ненавижу Москву. Нереально. Не, ну Москва это хороший город на самом деле, очень красивый. Я бы там жил, если бы у меня был дядя, например, Рошель. А у меня нет такого дяди. Роши, слышал фамилию? Нет. Ну а вот я тебя... Чё тебя там грузят, походу? Ну иди, жена! Пасть, ты вообще, короче, поизговаривай. Я понял. У тебя однокомнатная что? Нет, двушка. Двушка? Я понял. Хрущевка? Первая нет. Кровь. Сталин? Новостройка. Опача, нихера. Я, кстати, тоже задумаюсь, как это взять. Цены посмотрел немножко. И что-то... Немножко хотел, да? Нет, ну надо, надо. Надо разъезжаться, как бы. Сейчас, в данный момент живу один, как бы, но... В данный момент... Вернее, не в данный момент, а в какой-то момент мне могут пригрузить, чтобы я отсюда съехал. Вот. Хата вообще, ну, вот я, короче, брал когда. Ну ты в ипотеку брал или за налик? Ну, в смысле? Да и наличка была, и в ипотеку. Ну, часть, короче, загрузился, а часть я понял. Короче, я когда брал, ну, сейчас примерно половину выросла цена квартиры. Я тебе больше скажу, не половину, а скорее даже на полтора. Короче, вот так я брал по 37 тысяч квадратных метров, а сейчас по 57 тысяч квадратных метров. Да, есть такое. Они, я вот не понимаю, откуда они такие цены берут? Эти негодяи, блин. Не знаю. Да потому что жилье одно, такое и застройщики жилье, и эти, блин, жилье. Ты, кстати, брал, у тебя чистовая была или ты как? Или, ну, конечно, чистовая. Лига, вы поторопитесь. А, то есть обои присутствовали там, прочее? Нет, нет, это чистовая. А ты, получается, блин, запутался, короче. 20 секунд. Ну, короче, как тебе сказать, пол был налитый, уже сделанный. Так. Стены же были отштукатурены все полностью. Ну это пол. Да, пресс чистовая. Моя кровь. Резетки, хуетки там присутствуют. Да, 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 да. Ну ты их один хрен поменял, потому что конечно. Не по уму, потому что они делают это. Да, я еще пол стен везде перерезал, чтобы новые розетки сделать. Нормально. Ну это получается двушка в Пензе, это получается практически Подмосковье. А, или я что-то путаю, блядь. Нет, Пензе.
600 километров от Москвы. Да-да, что-то я путаю. 30 секунд. Не, я сам в Казани живу, как бы. Это 800, а, фигню, 900. От Москвы. Нам Москва поближе. Ташкент так расположен, что нам везде нормально. Для любого города-миллионника нам нормально, кроме Питера. Ну да. Питер, конечно, далеко. Питер тоже. Там, кстати, хаты еще дороже почему. Они вообще золотые, ё-моё. Ну. Я еще, видишь, как мы взяли еще с женой. У нас дом полностью кирпичный. А, не панелька как бы, а нет, кирпич, но... да. У меня толщина стены 70 сантиметров. Порядочно. У меня подоконник как террариум. У меня там жена, рассада там, все дела, цветы. Там, по нет. Красоте. Легавый, поторопитесь. Разрывай. Чё сажаете вы? Чё за рассада? Да и у меня там все подряд. Помидоры, огурцы, Мак сажаете? Нет, Мак, она еще не овладела этим искусством. Не, нормально, что, садите Мак. Потом в огород. У тебя дача присутствует? Шесть. У тебя частный дом есть. Четыре. Три. У меня тоже. Я вот, товарищ, все хочу притянуть за эту хуйню. Я говорю, давай игру в Мак посадим, у него полонтация, прикинь. Ну, как бы там это... Там сами вот какую-то шляпу. Я говорю, давай Мак посадим. Нормально будем там ширку варить. Я понял. Я хотел сказать, это, да, типа, ну... Типа, булочки с маком там. Легавый, поторопитесь. Сейчас, видишь, какая ситуация пошла? То, что уже костер невозможно толком развести, потому что мусора крепят на нормальных участках в центре, например. Первая кровь. Типа, если у тебя как бы присутствует костер рядом с твоим домом, ну, на мангале там вообще не ебет, то тебя могут за это нормально прикрепить, понял? Ничего себе. Ну, типа, закон вышел, там Володенька подписал, прикинь. Я вообще вот... Я вот чё охуеваю? У нас... В нашем, точнее, государстве всё запрещают. Всё запрещают, запрещают. Бля, а чё... Хотя бы чё-то бы разрешили. 30 секунд. Одно только запрещение идёт. Короче, люди, ну, кормят, бля. Да. Не, ну по факту такое оно же есть. Это нельзя, то нельзя, бля. А чё можно, давай, дышать скоро можно будет вообще? Или чё, за это тоже надо выплачивать, бля. Блин, я, конечно, как бы не против, но, блин, но это дорого. Это получается, надо зарабатывать тогда огонь. Ты сколько, братух, получаешь? По-разному. Ну, хотя бы столбец выходит. А? Столбец присутствует? Ну да. Ну это нормально. Ну, мне надо по всей России ездить, да. А ты этот... А, ты, подожди, ты этот электрический дальнобойщик, или что? Ну нет, на газон на Насте я езжу. Нифига. Двигайтесь, нормально. 20 секунд. А супруга, получается, не работает? Нет, дом с детишкой. Доминирование. Ну, вот это минус. Надо ее тоже на работу отправить. Сейчас дети подрастут. 7, 6. Да нет, 5, я так, в принципе, не 4, сторонник. Пусть отдыхает. Не, ну что значит пусть это... Ну, а что она отдыхает? Это тоже работа, как бы, с детьми сидеть, я не спорю. Надо грузить.